Всем привет, друзья! Сани, вставай быстро, Сани! Сегодня же 1 сентября, пора в школу! Нет. Как нет? У нас же... Сани, быстро! Нет, у нас другой день, 1 сентября. Перенесли? Да. Фу, а я уже думала, что мы проспали. Угу, проспали. Ну хорошо, хорошо, давай всем скажем, что мы пошутили, у нас перенесли 1 сентября на понедельник, и у нас большой праздник, мы 1 сентября встречаем постели. Нам все надоело. Да, мы сейчас с Аней все будем одеваться, поедем покупать тетрадки, да. Поедем покупать всякие там... А я сижу в соцсетях. А ты сидишь в соцсетях. Ну, давай немножко что-то поздороваемся. А, кстати, а вы видели, Саня, смотрите, да, какая. Уже ты показывала, да? Смотрите, как у нас красиво. У нас прямо идет дорожка в рай. Молодец, постелила постель. За окном очень хорошая, прекрасная погода. Лето, лето, лето. Лето. Саня, лето, уже все. Лето, стол подготовлен. Саня, это, ну все. Это, ну так что, давай тогда одеваться. И поехали покупать тетради, все. А потом встретимся. Почему? Что, почему? Давай пойдем на улицу, посмотрим. Окей. Окей, пошли. Пошли? Угу. Вот, давай, у нас тут тихальщик ходит. Идем. Ну классно. Привет, привет, Пипи. Привет. Я вымыла волосы. Ой, слушай, какая жара. Привет, Кара. Видите, у нас сколько собак вокруг. Вот. Это собачка соседей. Очень-очень хорошенькая, дружная, дружелюбная собачка. Саня ее подкармливает всякими там вкусняшками, и мы теперь с ней дружим. Мы хорошие друзья. Она, когда и хозяева не видят, подходит к забору и просит, и дает здравствуй лапу Сане, да? Ну, жара, слушай, Саня, лето опять пришло. Класс. Давай пошли. Ну, куда? Надо, Саня, уже собираться, потому что мы потом очень-очень все поздно сделаем. Окей, у нас сегодня будет... Другой ролик, Back to School, не будет в этом же. Покажешь свой этот, да, волшебный рюкзак? Да, в другом ролике. Ну хорошо, давай в другом ролике. Да, давай. Пойдем домой, я вам кое-что. Ну давай. Арка, привет. Давай сегодня покажем, как будем чистить. Ой, хомячок наш, ну давай, покажем. Надо вату сегодня ему купить. Слушай, тут ужас какой-то. У него что тут делается? Он написал, накакал. Ой, давай не будем это показывать. О, привет. Привет. Среди говняшек и писяшек очень хорошо себе спится, да? Давай ты, может, его на улицу, Саня, тогда неси. Мне там слишком жарко. Да, ты так думаешь? Я... Ой, ну-ка, ну вот, с 1 сентября тебя тоже, давай, хомячок. А у нас здесь 1 сентября. У нас сегодня 1 сентября, и так как-то странно, никто не идет в школу, потому что во всех школах перенесли 1 сентября на понедельник, потому что в субботу всем еще дали немножко поймать лето за хвостик, да? Суббота, еще воскресенье, Саня. А в понедельник у нас тоже не очень рано, только 10:30 нам надо будет идти. Но у нас уроков не будет. Да, но уже во вторник зато, Саня. Всю неделю не будет. Будем первоклашки, второклашки, тролликашки. Я не в первый. Саня пойдет в третий класс, да. Саня пойдет в третий класс. Я не пойду же в первый. А хотелось бы. Угу. Да, опять все снова. Было все легко. Да, легко, все было бы легко. Я помню, я не могла, ну, судет, как это называется. Ну, два эти. Два плюс два. Ну, 2 + 2, я не знала, сколько. Я сам покажу, что он очень любит делать. Ну-ка. Этот хомяк. Открой, пожалуйста, помоги. А что это такое? Это химический песок.
А ты не боишься, что он отравится им? Это же химическая формула, Саня, ты что? Давай. Нельзя. Давай ты его лучше, давай понесем на лужок там где-нибудь. Никаким. Давай, Саня? Давай, пойдем. Давай, идем. Смотрите, он как набил и вайки. Давай, пойдем на траву. И потом, короче говоря, тогда... Осторожно, Саня. Давай идем на траву, пусть немножко походит. Ой, там... Ну ничего, она не прыгнет. Вот она же у нас толстушка. Ой, не кара будет. Вчера поехали, постригли ногти и арки, и пипису. Давай туда дальше пойдем. Будет тогда хорошо. Уже все, трава совсем высохла. Ну, привет, давай. Давай, друг, давай я тебя поснимаю. Привет, привет. Ну, давай ко мне. Он на камеру лезет. Да? Хорошенький, мам, хорошенький. Мам, ты ему разреши поесть? Давай, давай. Ой, моется Саня. Давай, давай, помойся весь. Ой, какой красивый он вырос, как Саня, смотри. Видишь, какой большущий стал? Идет к тебе. Ага, ко мне. Ага, сейчас под террасу захочет, да, залезть? Ой, Кара. Она видит его, чувствует, знаешь? Вот, блин, хомяк шустрый. Шустрый хомяк. Ну вот. Ой, какое хорошее у меня сегодня настроение. Потому что не надо идти тебе сегодня еще в школу. А меня ждет сегодня еще большущая работа. Мне надо будет тут убраться. Давай я тебя поснимаю. Кара. 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 Ой, почувствовала хомяка. Саня, осторожно, потому что это эти собаки, они знаешь, какие охотничьи. Она чувствует его. Ой, о, видите, дает лапу Сане. Ты хорошая. Собачий рай тут у нас. Я сейчас его унесу, приду. Давай, давай. Ну вот, я вчера тут начала уже опять свои работы. Очень красиво у меня цветет еще одна роза, кустик прекраснейший, я не знаю, прям не могу, посмотрите, порадоваться, какой он красивый весь, столько бутончиков, и ложит, смотрите, сколько еще тут у них будет. Это как, вот эту новую посадили, но какая-то она, я не знаю, тоже что-то, да. Саня, ты можешь ей, да? Нет. Нам не разрешают соседи давать ей кушать, потому что она пукает очень много потом. Но мы, Саня, у нас есть такие вкусняшки хорошенькие для Пиписа и Аркас. Арки. Мы их даем все равно, когда не видят они. Ну что, Саня, я тогда понемножку свой репортажик, наверное, кончаю. Я так думаю. И мы идем тогда понемножку одеваться. Мне надо, знаешь, приобрести свой вид хороший. А ты краситься буду, будешь? Да, немножко. И поедем тогда, ну, хорошо? Да. Так все тогда, Саня, давай ставим лайки, подписываемся. И всем хорошего дня. У кого 1 сентября сегодня, желаю хороших настроений, хорошо провести время, со всеми встретиться, друзьями, поздороваться, обнимашки сделать, да? А у кого 1 сентября в понедельник, еще ждем этот хороший, красивый праздник. Я люблю 1 сентября и всегда... Нет, а я всегда его очень любила, когда была школьницей. Ну все, друзья, пока-пока. Она очень милая. Саня, пока. Пока.